том, что мои предки, мои родственники принимали тоже власть страха, как я бы жили в страхе, простили Господь всех моих предков и моих родителей, и всех моих предков за грех страха. Я раскаиваюсь за них в этом грехе. И я благодарю тебя за прощение во имя Иисуса Христа. Дух страха, который находится в Татьяне Долич, я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа. Повторяй за мной. Я страх. Я запрещаю тебе кашлять. Прекрати кашлять немедленно. Прекрати. Прекрати кашлять. Повторяй за мной. Я страх. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе. Повторяй за мной. Повторяй за мной. Я страх. Во имя Господа Иисуса Христа. Повторяй. Я страх. Я приказываю тебе именем Иисуса Христа. Повторяй. Я страх. Надо меня выгонять. Что? Надо меня выгонять. Надо тебя выгонять. Пришло время. Пришло время оставить Таню. Дух, повторяй за мной. Я страх.
мы не хотим. Повторяй. Я страх. Повторяй. Я страх. Повторяй. Я страх. Я страх. И весь мой род. Больше не имеем права на этого человека. Не имеем права на этого человека. Мы принимаем суд от всемогущего Бога. Мы принимаем суд от всемогущего Бога. Всемогущего Бога. Со всем своим родом. Со всем своим родом. Я прямо сейчас иду в преисподнюю. Я прямо сейчас иду в преисподнюю. Иди. Я провозглашаю, что ты сейчас наполнена миром Божьим, присутствием Христа и утешением Духа Святого. Пусть Господь заберет прочь нечистые сны, кошмары и мысли, которые дьявол насадил в твоем разуме. Я прошу Господа об исцелении Таниной психики прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Господи, наполни миром Таню, твоим миром совершенным, твоим шаломом. Наполни и переполни Таню. Наполни и переполни.
Я благодарю Тебя, Господь, за освобождение своего государства. Ну, рассказывай. Ну, значит, было такое видение, но когда он сначала не хотел говорить, ну, он вообще вот такой вот дёганый, вот как он меня делал, такой дёганый, просто узнала, что это, ну, какая я была, короче, когда у меня были приступы вот эти всякие, и страх — это не только, знаете, страх, он внушает такое, знаете, беспокойство, вот это вот, что ты становишься какой-то вот такой вот весь дёганый вот в этом плане. И я видела, короче, вот когда вы его выгоняли, он не хотел уходить, смотри, не хотел говорить. Он говорил там, не выгоняйте меня, там что-то в этом роде. Я вообще поняла, что их там много было. И потом в какой-то момент, ну, он тут дергался весь такой, не говорил. И в какой-то момент я духовно поняла, что, ну, что Иисус как бы пришел, и вот он... И он как бы показывает, Иисус ему, короче, показал, я увидела такое видение, он ему показал какую-то книгу, там, короче, была открытая книга, и такой палец, знаете, вот такая рука, как бы, ну, рука Иисуса ему показывает в эту книгу, и этот бес, он там что-то, короче, в этой книге увидел, прочел, не знаю что, но после этого он как бы уже начал говорить, он уже даже перестал труситься, он... И как мне пришло такое понимание, что... Я такая сама начала думать, что за книга вообще, что в ней там написано. Не знаю, мне пришло какое-то такое понимание, что это книга, ну, как будто бы книга, где записано мое имя, что я принадлежу Богу, знаете? И что он не имеет права, исходя из этого, вот, нет у него больше никаких прав находиться во мне на основании той записи, что там написано, и поэтому, как бы, он сразу перестал дергаться, и он просто уже покорно так повторял, и все. Все, что видел. Ну, а ты почувствовала, когда он вышел? Может, ты видела его или не видела, просто почувствовала? Да, сначала он так сильно это перегнулся, потом начал, как бы, ну, уходил. Я не видела, не знаю, не видела, как бы. Но... Почувствовала, да? Ты в душе почувствовала, что он ушел? Тебе легче стало или как-то радостно? Ну, как-то я поняла, что... Ну, я поняла, я как бы его не видела, но я понимала, что вот он вышел, и он куда-то идет. Ну, в смысле, его увели, короче. У меня было как бы такое, как полу, не знаю, видение, что... Как будто там один такой большой бес, и сзади за собой тянет раву таких мелких каких-то. Ну, бесюнятых этих. Ну, понятно. Ну, просто у меня сразу было понимание, что их много там. Что это вот они, их много, они такие... Даже когда я кашляла, у меня было такое понимание, что вот они сейчас выходят с кашлем, вот эти вот мелкие какие-то вылетают. И... Uh-huh. Они вот эти вот бесы. Ну, он такой дёрганый весь. Такой... Ну, в общем, слава Богу, спасибо Богу за освобождение. Аминь, аминь. Слава Богу. Аминь.